Всем привет, вы на канале Артем Лайф. И мы сегодня играем на перегонки вот такими вот заводными машинками. У нас есть два трека. Значит, у Леночки желтый фастфуд, а у Артемки синяя офис полиция, да? Вообще это не офис полиции, это полиция, а это скорая помощь. Значит, соревнуются скорая помощь и пожарная машинка. Мы сейчас заливаем бензин, полный бак, да? Я красная. У тебя красная? Угу. А Артемке белая, так? Стартуем. Одинаковый старт, одинаковый финиш, да? Или не одинаковый финиш? Папа сам запустит, смотри. Ну что, говорите, на старт, внимание. Мам, мы разыгрываем сейчас конфеты, самолет и машину. Кому же что достанется? Марш. Только не, ручками не помогаем, хорошо? Договорились? Все, отпускать. Лен, смотри. У кого первая машинка? У Артема. У Артема первая машинка. Артемка, смотри, твоя уже два круга сделала, а Леночкина только один. Артемка победил. Выбирай, что ты хочешь. Самолет или машинку? Да. Что? Синюю. Синюю машинку, хорошо. А Леночке достается самолет. Пап! Прям дальше? Папа, открой. Интересно. Это мой самолет, это твой. Леночке достался такой самолет. Стартует. Смотри, мама, лови. Ну что, играем дальше? Я быстро помогу. Блин, она самостоятельная, 3 года. Держи. Так, играем дальше? Да. Выбирай машинку какую, красную или белую? Красную. Артем, твоя белая. Заливаем бензин, значит. Ну, вот это. Заливаем бензин. Ну, папа, давай сортая. А ком синий, а ком белый, а у нас желтый и красный. Так, твоя красная, напоминай, да? Все, надо папа сам поставить. А Артем и белая, да? Ты на этом треке хочешь, да? Хорошо. А Артемке этот трек, да? Ну что, стартуем? Да. У кого машинка больше проедет кругов? Сильно. На старт, внимание. Марш! Я уже, мама, сбился со счета. У кого первое место? У Артема. Так у Артема 5 кругов было, она остановилась, а вот 3,5. Ну давай еще. Так можно? Так честно, мама? Нет, так не честно. А что же делать? Может быть, монстры потолкнут? Нет. Нет. Как же быть? Может быть, трактором растолкаем эту машину, да? Эвакуатором. Эвакуатором? Может, монстрами напугаем? Может, ММДМСом поможем, а? Подуть. А? Нет, надо только заправить. Значит, у нас кто выиграл? Лена! Кем награждаем? Награждаем вот такими сладкими конфетами. Этими башнями. А где зубы? Зубы? Да. Где это зубы? И вот и зубы. Кто вы? Это пингвины. Олени утешительный приз. Олени утешительный приз. Пингвины. А вот зубы. Ты зубы выиграла? Да. Ну, зубы выиграла. Доставай, покажи, что ты выиграла. Леночка настроила утешительный приз. Зубы. Ха-х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 а-
Папа монстров, папа монстров напугал монстра, аж скривились, убежали. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Артём Лайф. Будем дальше вместе придумывать какие-нибудь истории и прикольные серии. Пока-пока. Артём, пока-пока. Маши, всем пока-пока, Артём. Я за Артёмку помахал. Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ждем комментарии. До новых встреч. Подписывайся на наш канал, смотри новые видео. Пока-пока.